сигналите, потому что вы как вы. Я не сигналю, я тихо иду, я нет, только нет. С вами. Вот еще раз, пожалуйста. Пройдите, будьте добры. Ну, что-то у вас срабатывает. Ну, что поделать? Ну, визуально можно узнать просто, что вот так вот. Рюкзак-то? Рюкзак? Если вы, будьте добры, пожалуйста. Я уж вас очень прошу. Ну, рюкзачок. Ну, нет, все. Ну, позвольте попробую я, потому что этот, непонятно так, вы же уходите сейчас. В кармашке. Кармашка? Ага. Это я не могу показать, это секрет. Нет, ну что-то вы же сигналите же. Ну дайте мне рюкзачок, я тяну рюкзачок. Ну рюкзачок-то будьте отдайте. Будьте добры, нет, я вам сейчас отдам. Ну, мой же рюкзак. Ваня, подойди, пожалуйста, молодой человек сигналит и ничего не показывает. Жень, который тут. Нет, вот здесь у вас что? Молодой человек. Я бегу. Просто у нас тут сразу у вас, ну если вы что-то будете предпринимать, то вас сразу остановят. Ой, у нас нельзя. Молодой человек, домой. Постойте, пожалуйста, я говорю, постойте. Ну, я пойду. Держи, пожалуйста. Ну, кого держать? Меня что ли? Здрасте. Я говорю, молодой, спешу. Ну сигналит. Я спешу. Беги, чувак, беги! Беги! Убегай! Убегай! Убегай, чувак, убегай! Убегай! Чего? Чего? Да убегай! Вы зачем его трогаете-то? Че, попугай, что ли? Стащил. Беги! Ты чего? Сюда иди, Сереж. Я говорю, дам, что ли? Пойдите, пожалуйста. Идите отсюда! А вы зачем к нему в карман-то лезет? Стой. Чего значит, уйди отсюда? Так, а почему нет? Снимайте, иди отсюда. Иди отсюда. Давай, я пойду домой, пока дом не найдешь. Олег, не трогай. Что? Во сколько человек на одного, а? Снимите вашу камеру, а? Снимите вашу рацию. Уйди отсюда. Убери отсюда. Уйди отсюда. 3-0 сюда, пожалуйста, быстро. 3-0? 3 очка. 6-7-8. И что? Чего вам от меня надо, я не пойму. Полицию вызови. Уйди от меня. Уйди от меня! Че ты начинаешь руки свои распускать? Я руки не распускаю, камеру убери. Слышь, камеру. За углом подсышь! Ты надо заткнись, ну! Ты свое красноречие там будешь, на улице, понял? А ты здесь будешь. Заходи сюда сейчас. Заходи сюда. Зачем они вас удерживали, скажите мне? Я вообще не знаю. Что ты украл там? Скажи мне, что ты украл? Я вот что, взял только вот это вот, какой-то ганг, или я не понял, что я украл. Она сказала, он взял какой-то ганг, это, ну, ганг, это, обод, что ли, я не понял там. Фиг его знает, что я взял. Дом посмотрел, может быть, что ценное. Ну, как тебе настроение у охранников? Ну, вот этот, мне лысый понравился. Я говорю, из Бразерс? Да, из Бразерс, который, вот этот, который, какой. А, мне тут силы применяли? Да, силы синяки применяли. Останутся? Синяки уже есть, да. Ты тоже меня все знают. Побои пойдешь снимать? Все знают. Торговый с просроченным товаром проходит перекрестки в этом. Перекресток-карусель. Это все было. Торговый центр Метрополис. Какой там магазин был, я уже забыл даже. Зара. Кстати, что-то много о них гадостей слышал и раньше по поводу быдла охраны. Но меня первый раз мутузили уже.
забавно, когда охранники, кстати, увидели видеокамеры, когда их снимает человек, посторонний, назовем это, не их человек, с видеокамерой, они начали запрещать снимать ему в быдлоформе, во-первых, во-вторых, загораживать. Если бы это был настоящий жулик, которого они якобы поймали, да, они наоборот должны были бы подойти и сказать: вон, смотрите, жулик, помогите нам, снимите, вы будете там свидетелями, понятыми, в общем, смотрите, смотрите, это он украл, сейчас мы у него там из кармана достанем, ну, мало ли чего. В общем, а эти начали запрещать. Это о чем говорят? Говорит, это говорит о том, что нифига незаконные, похоже, даже они осознавали, что это были незаконные действия с их стороны. Потому что лазили по карманам, толкались, хватали за руки, ограничили свободу. И никаких главных оснований, причин, ну ладно, оснований, может, у них в голове было, а причин не озвучили. Я говорю, в чем дело, в чем дело? Я говорю, не уходи, не уходи. Я хочу домой, я не знаю, что с ними делать, будем их учить. Слушай, а по закону вообще, вот пищащие рамки, они являются основанием для того, чтобы докопаться до человека? Я думаю, что... пищащие рамки — это вообще ничто, ну мало ли что там пищит, ну, у них есть видеокамеры, у них есть глаза, а рамка, ну пропищала, она много чего пищит, он на меня сегодня весь торговый центр пищит, я не знаю почему. Спасибо, Володенька. Пожалуйста. Ты пожертвовал буквально собой. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчик там, дзынь-дзынь. Еще подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка в описании.